Мэм, смотрите, начинаются танцы Супер Марио! Раз, два, три, зажигай! И за Супер Марио повторяй! Обожаю танцульки! У меня теперь новая команда и новый прикид! Вот это круто! Дискотека в честь Супер Марио! А это железяка! Я ее ненавижу! Плохая штука! Всем привет, ребята! Вы на канале СПТВ! И сегодня мы будем помогать нашему мэру найти музыкантов и устроить День города! Если ты любишь День города, жми скорее лайк! А если ты ждешь скорее новых праздников, жми кнопку подписаться и колокольчик! Потому что смотри, какой мы нашли моторчик! На этом мотороллере мы будем гонять! В прошлый раз мы убегали на этом мотороллере от динозавра Тирекса! А сегодня нам нужно добраться до самой верхушки этого небоскреба! Что же тут у нас будет-то? Кто-то мяукал! Кажется, здесь где-то заблудилась кошечка, да? Нет, нету! О, что это у нас? Интересненько. Это лотерея. Хочу лунки, хочу лунки. Вот первая лунка. Хочу лунки. И вторая лунка. Да, сразу две. Вот это да. И смотри-ка, мы выиграли лунку. Вот это класс. Как же здорово. Что вы тут сидите, ребята? Прогуляйтесь, хватит работать вам тут! Эх, какие скряги! Не хотят никуда идти! А вот и мэр! Здрасте, здрасте! Да, я спас вашу жизнь, ваш город! А теперь вам музыкантов нужно найти, целых 4 музыкантов! А вот он и первый! Был здесь под носом! Первого музыканта мы отыскали и лунку подарили. Вау! За каждого музыканта будет в подарок лунка. Круто. Я не хочу отсюда уходить. Будем танцевать. Раз, два, три. Супер Марио, жги! Ну, нам особо не получится потанцевать, потому что тут у нас только барабанщик. Нам нужно еще 3 музыканта найти. Где же они могут быть? Куда же делись? А вот и гитарист! Привет-привет! Как же здорово отыскивать музыкантов! Можно их будет не 4, а 20, а лучше 50 музыкантов! А вот еще какая-то мелодия! Ну-ка, сыграем мы мелодию Супер Марио! Собираем ноты! Я же музыкант, я знаю все мелодии, самые красивые. Ух, не знаю, получится ли собрать. Жмите лайк, чтобы мне помочь. Это не так уж и просто. Здесь скользкая плитка. Осталось еще немножко. Еще чуть-чуть. Я верю, что у нас все получится с вами, ребята. Мы нашли пиксельную лунку! Дореми! Лунка называется у нас. А нам нужно отыскать еще 2 музыкантов, что они где-нибудь наверху прячутся на каком-нибудь небоскребе. Я слышал, там кто-то мяукал, может нам котенок подскажет. Вперед! Где же музыканты? Где-то они здесь должны быть. О, вон я кого-то вижу. Пипли. Да, это трубач. Привет. Здоровские, видали, мэр? Я нашел 3 музыкантов. Группа почти собрана. Да, еще один остался. Сейчас я его отыщу. У нас барабанщик, электрогитарист и трубач. Какая классная музыка.
Так и охота пуститься в пляс. Раз, два, три за Супер Марио! Повтори! А сальто просто так не делайте, ребята. Это очень опасный трюк. Нужны годы тренировок! Что это у нас тут? Давайте-ка посмотрим. Ага! Это же Меха Виглер! Механическая сороконожка, которую в прошлый раз мы разбомбили вместе с Кеппи. Смотри, Кеппи, что от нее осталось? Ничего, железяка... Ух ты! Эта железяка прятала от нас лунку! Надо же, может, в ней еще есть лунки? Дай лунки! Нет, в этой рухляде больше ничего нету. А это у нас бас-гитарист, который долго был... Даммер! Я собрал всех музыкантов, целую группу! Выше всех прыгайте со мной! И кричи «Супер Марио, герой!» Вы пока танцуйте свои танцульки, а мы посмотрим, что тут случилось. Зачем этот люк нужно отодвинуть? Что там в этом канализационном люке? Что вы там потеряли, ребята? Ох, придется нам туда отправиться, в эту темную-темную бездну! Ой, как темновато! Бррр, как здесь сыро! Какие-то трубы... Ооо, наши цветочки-зубастики! Еще и крысы бегают. Ух, как-то здесь мрачновато. Здрасте, здрасте, зубастики противные. Еще наплюхнем. Есть. Такс. А нам надо будет раскрутить эту штуку или не надо? А вот зубастика плюхнуть нам надо. Плюх! Опять эти комары. Ну да, правильно, там где сырость, там комары. Комарики, комарики. Ой, они сами плюхаются. Смотрите, плюх, плюх, плюх. Еще один комарик, плюх. Нет, не получилось. А сейчас... Они со злости с разгоном сами плюхнулись. Ай-яй-яй, неуклюжие комарики. Ой-ой-ой, неуклюжие я. Вляпался в какую-то кислоту. Ой, еще четыре комара. Но мы не дали им быстренько выскочить на нас. Здесь везде граффити. Смотрите, какие красивые рисунки на стенах. А, видимо, мэр города заказала обрисовку. Это у нас что, подвала канализации? Хотя нет, это, кажется, негодяй Баузер здесь все обрисовал. Потому что здесь нарисованы комары и вон значки Баузера. На, теперь мне эти граффити не нравятся. Потому что Баузер негодяй! Ой-ой-ой! Ай! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Чуть не упали! Нам нужно закрутить этот мост еще раз. Готовимся, готовимся к опасному прыжку. И да, ой-ой-ой, не туда. Не туда, не туда. С разгоном до прыги. Там лунка. Мы должны это сделать, ребята. Да, получилось. Ребята, обязательно не забудьте проверить, вы подписались на канал СПТВ и нажали на колокольчик, потому что Супер Марио побеждает, когда вы подписываетесь, жмете лайк и колокольчик. И вон мы всяких крыс гоняем противных. Ой-о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 й
Знак Баузера, не нравится мне это. Мэр Полина, что случилось?
Да, видимо, электростанцию отключили вот эти зубастики. Это все прихвостни Баузера. Но вы не переживайте, мы сейчас разберемся вместе с Кеппи. Так, Кеппи, нам нужно быть осторожным. Они здесь все покрыли своей противной склизкой кислотой. Ай! Вот так! Ой-ой-ой! Внимательнее, Кеппи, внимательней будь! Да! Одного с дубастиком мы плюхнули. Надо второго перехитрить. Вот это бросок! Лунка! Вау! Смотри-ка, Кеппи! Так, теперь нужно запустить электростанцию. А как ее запустить, я не знаю. Ну, пока заберем нашу лунку. Что это? Это кнопка! Мы нажмем на красную кнопку запуска электростанции, и весь город просто вернет всю электроэнергию. И больше Баузер не сможет мучить всех жителей. Хо-хо-хо! Вы только посмотрите, это же лунки! Лунки питают этот город, ты представляешь, Кеппи? Мэр Полина очень сильно обрадовалась. И что? Из-за меня начнется День города, Кеппи? Мы запустили День города! Как здорово, как красиво! Сколько фейерверков! Вау! Вот это праздник! Вот это было! Это очень красиво! Смотри, кто это? Это же мэр Полина! Она еще и поет и ведет День города! Круто! Нам нужно, кажется, переодеться, Кеппи. А то мы одеты как строители. А там же все официально, серьезно. Песика классная. Ну что, Кеппи, выберем себе костюмчик для праздника. Мы должны выглядеть очень хорошо, а не сильно ярко, но чтобы все знали, что сам Супер Марио сегодня на дне города. Какую бы взять кепку? Да, нашу любимую красную кепку. И строгий костюмчик. Класс! Что? Это все ради меня? Ух ты, нас все зовут на День города. Вот это было! Ой, смотрите, что происходит. Если мы остаемся вне трубы, мы простой Марио 3D. А если мы помещаемся в трубу, то мы пиксельны. Супер Марио! Вот это да! Мы попали с вами в пиксельный мир, ребята! Если вы любите пиксельного Супер Марио, жмите колокольчик, подписаться и не забудьте нажать на лайк. Эти комментарии отменили в детском контенте, зато есть колокольчики, лайки и кнопки подписаться. И тогда приключения Супер Марио будут продолжаться. Сколько здесь ловушек и преград. Пока все там День города отмечают, мы тут еще что-то бегаем и спасаем. Куда же это мы сейчас попадем? Ой, сколько ловушек! Ну, Полина поет про Одисси! Слышите, ребята? Одисси, Одисси! Это же мой корабль!
мой корабль Одиссей, на котором мы вот-вот отправимся из этого города дальше в поисках негодяя Булзура. Потому что этот город мы спасли, освободили от всех его прихвостней и вернули всю электроэнергию. Так, это что за дикие? Что-то мне не нравится эта надпись. Откуда эти бочонки на нас катятся, а? Что там дальше? Ну, думаю, настало самое время убедиться, кто же там прячется от нас. Ой-ой-ой. Опа! Что это там? Это же Донки Конг! Пиксельный Донки Конг! То есть у нас битва с боссом, ребята! Ну, босс у нас пиксельный, как и Супер Марио! Смотрите, как он злится! Ну все, Донки Конг, прощайся! И передавай привет своему боссу, Баузеру! Потому что Супер Марио спас Нью Донк Сити! Вот так вот! Всех прихвостней Баузера мы побьем! Самое время нам попасть на сцену и танцевать вместе с мэром Полиной! И праздновать со всем городом День города в честь Супер Марио! Всем привет! А вот и я! Да, спасибо, что вы мне посвятили День города, это так здорово! Еще и Лупи Кепи! Давай, зажигаем наш любимый танец с тобой! Вот это веселье! Мне очень не терпится отправиться скорее в новый город! Но и неохота отсюда уходить! Эх!